эффекты сейчас покажет, какой iPhone тебе подходит. Давай посмотрим. Какой, типа, уже есть. Samsung. Ну, я думаю, ему 10 подходит. XS. Ага. Хороший телефон, кстати. Издобольский фильтр. Вот мне нравится. Молодец эффект. Угадал четко. Ой, я вот такое люблю смотреть. Человек убил. Там ГГ. Так, на первый ряд таких садимся. Это типа кто дальше пролетит или вот там чел еще летит, смотри. Но это нереалистично, мне кажется, честно. Да не, это электробус просто можно. Да не, ну это уже реально нереалистично. Можно, пожалуйста, не шатать? Абьюзер маленький! Это мама его? Нет, это его девушка. 25 этому челу. Это его булочка, это его жена. Ему не 10? Ему не 10, нет. Ему 30-ка, да. Абьюзер нахуй. Общайся со зрителями, а не втыкай, пожалуйста. Можно потом все вот эти вот просто почитать? Да, ну ты общайся. Ну, а люди с тобой тоже хотят пообщаться. Можно, пожалуйста, побыть на стриме? Я говорю, можно, пожалуйста, побыть на стриме? А потом ребята, общаться. У тебя времени свободного вагон. Побыть на стриме можно, пожалуйста? Нет у меня вагона, у меня тоже. Мы на эфире, я сколько я раз... Я слышу, ну, я тебе не говорю, надо на меня поднимать голову. Запускается эфир, мы общаемся на эфире. Это нейросеть переводила или что? Мужик, я бы так не выебался, она же тебя съест. Не поднимайте его. Я вот общаюсь. Ты вот здесь вот сидишь. Я общаюсь, я просто зашла, я общаюсь. Ну не мама вот это, просто зашла, мы общаемся со зрителями. Да не мама, это вот его булочка, жена. У них двое или трое детей? У них дети есть! Чего, блядь? Но это ее, не его. Лысый тестостероновый монстр, блядь. Да не-не-не, не его, не его. Вам мама приходит, приводит вам вот такого нового батю. Если хочешь, давай посмотрим. Это батя нахуй. Или ты хочешь показать, какая ты крутая баба? Ну я не хочу, чтобы они ссорились. Я слова даже не говорю. Ну и все. Ну и все. Абьюзер, отписываемся. 10 рублей, спасибо. Бля, вот это 10 рублей спасибо меня добило что-то совсем. Не смешно. Это нахуй. Вообще как будто... А что ты не пьёшь? Текст. Я пью. Что ты орёшь на меня? Я не орёшь. Сука! Это... Что ты орёшь на меня? Ну ты выглядишь, я пью. Я пью. X2. Нет, я так и знал. Я предупреждал. Так а что? Это его имя. Это же реальная карточка, судя по всему, нет? Эй, проститутка, я твоей мамы мата не трожь. Я твоей маму не трогаю. Говно еб... Шалава, конча. У меня анал особенный и очень редкий. Что происходит здесь? Пугает черт. Пугает черт, блин. А это батя, короче, пьяный в дом попасть не может, дверь не видит. Стучит, сука. Че тебе надо, рогатый, блин? Ну снял бы, че мы поверить должны, что ли, алло? Кто? Ты видел? Кто? Пробежал. Нет, должно быть, как в видосах у Масленникова. Заметили? Слышали? Бля, вышел, черта перцем залил, и все, видос. Да, и он такой, да, нахуй! Ты че, че, черт еб***, бля? Ты, сука, давай, черт! Давай, домой! К себе домой, иди! Пусть идет, блин, реально. Ты вообще зачем пришел сюда и колотишь? Черт снова роса, говорит, это я, тысячу. Спасибо огромное.
сука, с той стороны. Ты где там, эй? Что в Беларуси происходит, у вас там нахуй? Алло, Лагода. Валера, иди разберись. Ах ты, сука. Да а закрывай это, его, блядь. С палкой, с палкой. Ты, сука, закрывай ты, его, нахуй, там. Бля, стрёмно, кстати, даже я если это фак. Говорю, а это фак. Варина. Я бегаю, нормально. Козёл. Так это чёрт или козёл? Не знаю. Какая разница? По-моему, чёрт это... Наполовину козёл. Да, наполовину козёл. Рогатая хуета, блядь. Он жестит. Не, ну ты издеваешься, что ли, эй? Чё там, блядь, ребят, это самое... Кто-то боится призраков, мужик в поле стоит с этим Зилом, такой, иди нахуй, я сейчас, блядь, я сейчас нахуярю палкой, блядь. Ты где? Сейчас ответит. О, Нелли, это ты, что ли, там прыгала, блин? Йоу! Йоу, юпи-йоу, юпи-ей. Иди, что тебе палки, йоу. Жесть, агрессивно. Как? Эй, рога! Рога! Как копыта? Рога, ты где? Бля, будь я чертом, я бы обосрался, если честно, когда чел с палкой вышел. Ах ты, сука. И черт, бля, мужик, палку бери, я че нахуй делаю это. Ну что ты по кругу ходишь, дебил? У них догонялки не мешай. Не, черта не покажут, походу. Сука, обидно. Ты, блядь. Поднимай ты видео это. Матюки, да? То есть, ну, неприятно смотреть. На стороне уже неприятно. Вот поэтому черт к нему и пришел. По заслугам. Да. Говно, блин. Не, ну уютненько у него в зделе. Пизда. Мне нравится, что ему он дверь не закрывает даже. А я тебе сейчас. Вот кто тут черт после этого видоса? Не знаю. Он просто посмеялся этот толп, блядь, сейчас. Закрыться и молиться, играть чертом догонялки на улице. Я бы сейчас пошутил, но я тебя уважаю, люблю и ценю. Буду шутить. Я тоже. Опять про батю чертом хотел назвать, да? Да он заебал, гонятся за мной. Да чмо, блядь. Знаю, что мне нужно поднять свою задницу и начать что-то делать. Но у меня нет мотивации, чтобы встать с кровати или даже выйти из своей комнаты. Нет. Ну тогда сиди, перди, охуй. Что, бля, балдей дома. Выходи из комнаты. Я не могу объяснить, почему так. А от разговоров про депрессию я чувствую себя еще хуже. Я был на твоем месте много раз. Я расскажу тебе о двух вещах, которые абсолютно точно помогут тебе постепенно улучшить твое состояние. Я знаю, что тебя начнет бесить то, что я сейчас скажу. Ведь ты подумаешь, что эти две вещи невозможно сделать. И в свое время именно так я и думал. Но спустя 10 лет я снова стал чувствовать себя хорошо. В целом, у меня... 10 лет. Я тебе сейчас скажу, через 10 лет тебе, ну, тебя кайф придет, реально. Сейчас только купи курсы за 60 тысяч. Ты сейчас, да, но и через 10 лет придет и тебе. Всего два действия, и через 40 лет будет хорошо. Две самые важные вещи для меня были и есть. Первое – физическая нагрузка. И второе – благодарность. Знаю, знаю, ты сейчас злишься, но просто... Чё? Просто прочти это, удели минуту. Первое равно, когда психотерапевты сказали мне про физическую нагрузку, я попытался начать бегать, а я ненавижу бег. И ходить в спортзал, а я ненавижу спортзал. Я помню, как записался в спортзал, встал на беговую дорожку, побегал 30 минут, смотря телек, а потом пошел домой. Под физической нагрузкой имеется в виду движение. Устрой себе... Ну да, я потом такой что-то пришел и такой... Ну надо и все, и блин, вообще не ходи. Нахуй бегать, если можно походить на улице. Нет, ты сходил с нами два или три раза, тебя Макс там убил. Я вот заново для себя открыл езду на велосипеде. У меня Макс убил. Велосипеде, да. И это изменило мою жизнь. Не уверен, что тебе тоже подойдет этот вариант, но я прям тащусь. Вчера у меня было очень плохое настроение, я заставил себя... Бля, единственное, что я могу сказать, чат, вы такой не один, и все так живут, поэтому... Бля, это Алиэкспресс заказал здесь. Что это за машина? Салон детский какой-то. Аригато гозаимашита, Торио-сан.
Гена с Чебурашкой купили косячок. Я сюда, я сюда пришел. Кому ебанет, ребят? Мужику. Ну, мужику бы тоже ебанет. Мужику в бровь сейчас смотри, смотри. Ставка есть? Смотри, раз, два, три. Ай! Прикольно. Не горячо? Ебанёк? Это монтаж! Алло, посмотрите. О, блин, вот это да. Удивительный монтаж просто. No one help you. Вот так-то лучше. Типа она такую черную туфлю. Ну что, блядь? Пиздец, какого хуя именно? Сейчас она реально так быстро может головой хуячить? Клеточки. Че? Как это вообще могло в голову кого-то прийти? Почему эта черепаха агрится именно на черный цвет? Вот это, блядь! Это видео еще не заканчивается, оно долго, но я готов его смотреть вечно, на самом деле, окей. А, о, проебался. Что за видос? Что выберете? 5000 тенге или песню в нашем исполнении? Скрипку. 5000 тенге. О, смотри, смотри, что там, смотри, что там. Ха, лох, появился дебил конченый. У меня так же двигается, кстати, вентилятор. Назовите мне, пожалуйста, фамилию этого ребенка, который должен положить то, что вы говорите. Вы, взрослый человек, себе такое позволяете? Ну да, и что? Я позволил и положил. Он все еще там, на учебе лежит. И что? Вы хотите поднять его, чешу? Я скажу так. Я человек серьезный. Я ВДВ. Я записала этот разговор. Зачем? Ух ты, блядь. Я выясню, кто вы такой. Ой. Я выясню, кто ваш внук. И я обращусь куда надо. А понимаете? Куда? Да. А куда надо? Вот я тоже обращусь. А куда надо, я найду. Моего внучка. Вы бессовестный человек. На каком основании вы сейчас со мной так разговариваете? А я не с вами. Я в целом. Кто вам позволил так со мной разговаривать? Я в целом об учебном процессе. Вы слишком много задаете. О каком учебном процессе, если я слышу нецензурную лексику? Кто? Так я же учился, так скажем, в нормальной школе, там, где все учили, и матершину, и да. Все. Я сюда, вот послушайте. Сидел на зоне. Послушайте на меня, зоне, пожалуйста, сюда внимательно. Скажите, что вас не устраивает конкретно в домашнем задании вашего внука? Хорошо, вот давайте. Какой объем? Сочинение вас не устраивает? Это да. Норма, да. Это нормативы, мы готовимся вот. К ОГЭ. Ему не что нравится. Не так? И он у меня не нравится. Ему не нравится, простите. Он недоволен. Да. Он, недоволен. Он вам не сказочник, он человек серьезный, мы с тебя на рыбалку ходим, пиво. А ваш внук собирается ОГЭ сдавать? Мой внук и ваш внук собирается сдавать экзамен? Я государственную итоговую аттестацию. Я вам так скажу, мой сынок, он как и я. Человек простой, любит порнуху смотреть, любит рыбалку. В целом, этого ему хватает. То, что вы ему задаете, то, что ему в жизни... Вы знаете, после страшно. Того, что вы сказали, у меня к вам вопросов нет. Как это нет? У меня есть к вам. У меня нет к вам вопросов. Вы невоспитанное животное. Ага, конечно. Мне больше вам сказать нечего. Будьте добры, не звоните сюда. Значит так, чтоб сочинение я больше не принял. Бля, ебать разъём. Опа, от кого рейд? Can I bang the shit out of her? You can out of me. Do you speak English now? I don't understand, but you're speaking gibberish. Whoa. Yeah, whoa. Not respect. Was that English enough? Listen to me. What do you identify as a furry? No! What the fuck are you talking about? I identify as a big Russian man. Big energy. Военный чувак. Это Вованчик. I have big energy. What the fuck? What do you cosplay? The dolphin. What? Belle. Dolphin. A dolphin? What? Belle. Oh, Belle the Belle. Dolphin. Oh, why?
Фу, на чего, блядь? Because why not? What the? What the f***? Не, что это? Блядь, это краб. Фу, ребят, сейчас вылезет, сухо, я не посмотрю. Смотри. Ребята! Как он узнал, что у него паук в ухе? Кто не подпишется на канал, у того паук в ухе будет. Ой, 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 нормально. Бля, я не люблю вот это все, чат. Вот это топ, вообще согласен. Чишки белок, блядь. Шершни. Да, это убийцы, которые. Шершни убийцы? Пока. О, это Австралия. Это больше не... Ну, короче, это его машина. Машина. Это его машина паука. Страшные такие. Слишком грустный. Слишком старый. Слишком Олег. О, вроде нормальный тип. Дэн Гладин продлевает цепку уже 19 месяцев. Ну бляха-муха, как же впадло куда-то идти, завтра надо помогать Сане переезжать, и вообще я так и не досмотрела тот серик про драконов-геев, трансгендеров, которые также позиционируют себя как квир-персоны, дочь. Саша Зели Пукина уже второго скоро родит. Вот ты мне скажи, ты что нас хочешь оставить без внуков? Ну когда у тебя уже хоть кто-нибудь будет? Вася, на тебе такое не говорят случаи? Ну и порой иногда вспоминают. Ладно. Вспоминают про тебя или... Или про... Про внуков. Привет. Я Игорь. А в Тиндере ты Денис. Моя мать назвала меня Денис при рождении. Это так. Но так как я родился по лунно-марсианскому календарю в год сутулого маринованного петуха, мое космическое имя Игорь. Молодые люди, что будем заказывать? Цезарь с курицей и пиво. 50 брускет с камчатским крабом и черной икрой и бутылочку Баскарелли 2010 года. Я не то чтобы считаю астрологию полной хуйней. Но, по-моему, это полная х... Да это же фраза типичного козерога. Ты в тиндерах приделал свою голову к телу качка из интернета. Бля, что происходит? Как баба сериала «Гадалка» говоришь со мной про то, как ты родился в год попущенного петуха. Ты правда считаешь, что это закончится чем-то хорошим? Это что, сзади тебя там накачанный полковник? Пизду. Какая-то. Бля, чуть-чуть осталось. То есть мы почти досмотрели полностью видос. Да это говно, я не понял. Осуждаю. Можно было скиньте. А что вы осуждаете, яйца или что? Бля, сколько хавки. Вы знали, что птицы говно птенячье доедают? Нет, я не знаю. Ты смотрел тоже, да? Вы видели, сколько там дрестунов в клюве? О, фу, нахуй. А где она их находит? В земле. В земле. Я бы сейчас тоже все схавал, умел. Я видела видос, где птица также птенцов своих кормила, в итоге вывалила пачку таких червей одному в глотку, тот чуть не задохнулся, бедолага. Не, я видел, где они все срут прям сразу, и она какашку доедает. Вкусно. Она что, тролль, что ли, блин? А, вон удала последний. Кстати, Калибри, да, это или что? Да, это Калибри. Настойку похоже. Калибри, да, они же червей едят. А кого они едят? Пыльцу, по-моему. Калибри размером червя. Меньше. Меньше, да. Блять, фу, я не могу. Оп. А что? Кайхи. А, это реально дерьмишки она что ли? Это какашечки, да. Ну да. Белок чистый, нормально. Безотходная. Во, видите, какашка? Оп, съел. Батя оставил. Бля! Ням-ням-ням, какашечка. А как вы думаете, из них кто двоих, мужчина и женщина? Не знаю, но оба говно едят. Кормит мать обычно. Смотри. Опа. Я не понимаю, это фильтр какой-то, прогончик. Или что? Это блядь, поймал на выходе, блядь, называется. Была шутка из чата, батя говноед. Да тут вся семья говноедов. Типа я читал, что они жрут говно, чтобы хищники не учуяли запах. Дерьмоедов поколений. А, возможно, кстати, да. Говно какое-то прям больше, чем птенец вылезает. Прям 10 секунд прошло, как он съел, он посрал сразу же. Они так и делают, птенцы. Я же выкармливала птенца, синички. С такого примерно. Тоже его говно ел или что? Нет, к счастью. Но он выставлял жопу из своего гнезда, чтобы покакать меня в салфеточку. О, baby! Slide it in, slide it in.
Terrible. Yes. Quick open. Oh my god. I'm not going to do it again. It's an 80. Like, quick open. Own it. You're opening them like RMR capsules. Oh my god. Oh. Please stop. Come on, pal. Calm down. Give me a fucking pink now. I'm not going to quick open. Да ну нахуй вообще. Не, там хуйня полная. Cedric, I swear, Arrow. Boom. Fear. Please, baby. Ни одного не гема. 2, 1. $20,000. No! I have a power! You got this! I have a power! Хуйня выпал. Titan Holoth, you need to clutch up, Gaben. You gave one to Prodigy. I'll never forget. Give us one as well, please. Fuck! Yes. I saw it! Bring it back. Titan! Bring it back, Titan Holoth. Nine! You have to be joking. Nine! Опа, реактор включился. Нихуя. Все, надо вырубать. Это что вот внутри проводов происходит, когда ты свет включаешь, понял? Как это интересно. Это микроорганизм, брат. А что, водянка нужна, наверное? Да, да, ну видишь, водянки работают все. Бля, как это стрёмно всё вообще. Best fighting. Camping out in Humboldt County, California forest. A couple is woken by... Hi. Ты совсем, что ли? А ну-ка. Hi. How are you? О, это точно не фэк. Ты совсем, что ли? Он меня не выпускает из машины! Да что вы делаете? Бля, слышь, это не порно-пародия случаем какая-то. Да что вы делаете, блядь? Это баба и... Да подожди. Я в полицию на тебя заявлю, мудак, грёбаный! Ах ты, сука, проклятая, блин! Ну давай постопай, хуесос, старый. Я на тебя в полицию заявлю! Я просто свой видос показывает, блядь. Хера! Блин, да а чё он её не выпустил? Открой мне дверь, урод! Дверь открыта, блядь! Она открыта, блядь! Здравствуйте, меня зовут Руслан, представляю Тинькофф Банк. Как могу к вам обращаться? А, этот, Курбан Хаджи. Вы гражданин РФ, скажите? Я видел это. Я Дагестан, да. Смотрите, сейчас идет предложение. Как могу к вам обращаться, скажите, пожалуйста? Курбан Хаджи. Если у вас идет выгодное предложение, то есть мы предлагаем вам карту, Тинькофф платит. Подожди, барашка домой зашла. Чё? Говори. Предлагаем вам кредитную карту Тинькофф Платинум. Давайте с вами заполним короткую анкету. Пару минут. Подожди, барашка домой зашла. А, выгонял. Понял, хорошо. Давайте заполним короткую анкету. Говори. Фамилия какая у вас? А? Фамилия какая у вас? Да, мы смотрели, но это охуенно. Бан Хазиев. Фамилия как? А, Хади Мухмату. Ахматов? Да. К Хади, правильно? Твердый знак тоже. Там. Второй букв. Вторая буква, твердый знак. Угу. Да. Опять подожди, барашка. Блять, а там трон есть, что нагадали вообще? Там вообще разъем будет в конце. Какой банка? Тинькофф банк. Это какой банк? Тинькофф банк. А, это не знаю я. Кредитную карту предлагаю вам. Ага, это зачем мне? Это барашка, соль нужен. А, давай соль тогда мне. Ну, соль вы потом купите в магазине. А сейчас я вам предлагаю кредитную карту. Тут банка нету, брат. А, тут горы. Нужен. Смотрите. Горы, лес рядом. Банка нет. Горы, приедете соль, барашка? Ну, это уже вам нужно будет покупку совершать. Будем документы заполнять? Наверное, не надо. Мне соль... Я думал, соль принесли. Все, пойдем, блядь. Барашка домой зашла. Дай выгоню. Дай выгоню.
Но пахнет постановой, конечно, чат. Ни в коем случае.